Всем привет! И сегодня у нас будет с вами вторая косметичка января. Это будет начальный этап макияжа, базы, тональники будут те же самые, что и в прошлый раз. Все, мы уже с вами это видели. Крем Guerlain, также CC от Oriflame, база Rilouy. Тут уже, кстати, у меня так мало осталось, она даже поливалась какие-то дни, я так постучала, чтобы вниз все опустилось. И также Art Deco. Продолжаю добивать. И теперь давайте посмотрим, что у нас будет для лица. Я взяла румяна от Physician Formula. Вот такие светленькие, розовенькие, красивенькие. Они совсем бледные. Это прям вот румяна для белоснежек. Вот такой нежный утренний красивый розовый оттенок. Также будут вот такие румяна с симпатичным принтом, с вкусным ароматом. Эти уже поярче можно сделать оттенок, понасыщенней. И еще один вариант. Вот такие вот. Они выглядят такими красивыми все время на картинках. Купер Кабана оттенок называется. Но по факту вот такие. И этот оттенок, он как-то вот даже не может замыливаться. Он другой по текстуре. Когда пальцем сводишь, он как-то, видите, заласкивается. Другой, в отличие от, если эти какие-то матовые, то здесь сияние и похож даже чем-то на бронзер оттенок. Вот этот цветочками называется Movie Mats, а вот это Pink Sense. Но их не перепутаешь, они вот с таким принтом, они одни, то есть там нет других вариантов. То есть просто можно по внешнему виду выбирать. Из румян это все, я много в этот раз не стала набирать, потому что косметичка короткая, практически неделю будет длиться, так как из-за праздников график немножко сдвинулся, поэтому я в этот раз много не набирала. И еще что, может быть, здесь вот будут румяна, не может быть, а скорее всего будут. Вот такая палетка. Но здесь тоже все темное. Это Дебора, я покупала недавно в Золотом Яблоке. И пудра тут еще есть. В Золотом Яблоке оттенок называется третий. Они были, соответственно, в трех вариантах. Но когда я заказ делала, был только такой. Я решила все равно куплю, потому что мне подходит, в общем-то, не самые светлые оттенки. Можно их использовать. Либо я, вы видели, я делаю потом пудру, например, сверху у меня уже все как-то осветляется. Пудра, хайлайтеры, уже не видно вот этой яркости. Далее будет такая симпатичная палеточка хайлайтеров и бронзеров от Catrice. Такая мощная палетка, внушительная. Здесь очень хорошее качество, обалденное. Просто 20 грамм в палетке. Это я на рандеву заказывала. Здесь сияющий бронзер. Ну или хайлайтер такой вот какой-то. Слишком золотой. Сатиновый, матовый бронзер. Он такой какой-то. Вроде и не совсем матовый. Чуть и в нем есть какой-то перелив. И два шикарных хайлайтера в запеченной формуле. Очень мне понравилась эта коллекция от Catrice. Есть еще палетка. Мы ее с вами, кстати, сейчас будем смотреть. Такие вот бронзеры. Можно делать вот этот оттенок на вот этот. Хайлайтеры классные. Тоже прям вот, ну, для любого типа кожи подойдут. И в них нет каких-то сияшек крупных. Обалденное качество. И бронзер не яркий, не рыжий, не темный. Очень хорошая палеточка. И давайте, наверное, сразу тени, что ли, посмотрим из этой же коллекции, потом будем продолжать. В принципе, что продолжать? Продолжать тенями мы и будем, потому что для лица больше ничего нет у меня. Это вот все, что я взяла. Палетка, она чуть меньше. И вот такие здесь красивые оттенки. Мне очень нравится сочетание вот этого бирюзового. Он, во-первых, с коричневыми. Он имеет все блестяшки. Очень мягкие какие-то
шиммеры классные, тоже качество обалденное. И вот этот оттенок, его можно прям вот на все веко. Он, видите, как он переливается, какой красивый. Какие насыщенные шиммеры, можно вот прям вот их растирать. Она какая-то тропическая, летняя. Ну, это коллекция, понятно, даже по внешнему виду. Это Панама, а здесь Коста-Рика. И давайте матовую посмотрим. Макияжа мне тоже понравилась она. Вот. И взяла я еще большую палеточку Revolution Soft X. Она настолько разнообразная, в ней столько много оттенков, вот какие только ты не захочешь, там все есть. Тоже относится к одной из моих любимых палеток Revolution. Это коллаборация с блогером, как вы понимаете. Soft X ее зовут. И очень удачная палетка. Очень удачная. Вот такие здесь оттенки. Их, во-первых, здесь много. И, наверное, ну я не знаю, половина цветов, какие только есть на свете, они сюда вошли в эту палетку. Во-первых, посмотрите, сколько здесь для складки матовых оттенков. Хочешь теплые яркие, хочешь нейтральные, темные, вот все варианты, и коричневый такой, такой и сякой, вишневый темный, шиммеры, и зеленый, и синий, причем они синие, по-моему, он-то как-то переливается, ну вот он чуть-чуть дуохромит. Его, правда, для того, чтобы он вот так дуохромил красиво, его надо наслаивать. Вот видите, вот наслаиваешь, он ярче, ярче, ярче становится. Вот. Супер. Потом очень рыжие есть, вот кто любит. Золотые любые. Холодный розовый. Кто любит хайлайтерным оттенком выделять уголочек внутренний, тоже есть. То есть вот как будто человек учел все пожелания, какие только есть вот у людей, когда они макияж делают. Классно. Смотрите, какая прелесть. Насыщенность какая. Обалденный оттенок. Обалденный. Так, ну что еще? Давайте для складки посмотрим. Вот эти оттенки яркие. Я их обожаю. Смотрите, какая яркость. Revolution все время матовые, такие насыщенные, сочные. Ну и также спокойных здесь много оттенков. Вот. Много, смотрите, нейтральные вот эти вот. Я не буду сводчить. Вот, пожалуйста. Что еще? Давайте посмотрим золотые. Ну и вот эти. Вот. То есть все, что душеньке угодно, все есть. И фиолетовый, и розовый, и все-все-все. По сути, этой палеткой можно одной краситься больше, чем неделю. Потому что здесь, ну, действительно, цветов много, они все разные. У Soft X есть еще одна палеточка. Она тоже вот с Revolution сотрудничала, но ее я не купила. Все, с палетками мы закончили. И нам осталось в этой косметичке посмотреть только средства для губ. Не принесла я в этот раз туши, карандаши, все то же самое. Ничего нового я не брала, пока у меня не закончилось еще ни тушь, ничего. Даже подводка вот эта жива, представляете? Живее всех живых. Также не стала убирать из косметички вот эти однушки, которые в прошлый раз показывала. Это айскрим. Вот. Тоже они будут у меня оставаться. Ну, не будем сводчить уже. И что я взяла из помад? Помаду Катрис Амбре. Она сделана из двух частей.
Но мне нравится в основном вот эта часть. Классный оттенок, смотрите какой. Просто супер. И плюс еще ванильная душка приятная. Хотя помада у меня не первый год далеко, она продолжает пока приятно вкусно пахнуть конфеткой. Также будет вот такая красивая помада. Очень красивая. Это с AliExpress набор я заказывала. Также принт. Они не забывают на помадах красивый делать. Я сейчас что-то стала вот такие какие-то любить оттенки в помадах. И буду использовать ее. Также у меня будет вот эта яркая помада от Estrada в номере 214. Тоже классно смотрится. Такой зимний оттенок, и он мне тоже подходит. Хотя он вроде как холодный, но все равно, не знаю, мне нравится, как он смотрится на губах. Вот такая помада, она тоже довольно-таки как-то приятно пахнет. Так, далее что? Далее забыла я вам показать. Из скульпторов остается вот этот стик. Вы у меня видели уже суперский оттенок. Это вот так вот 0,6 от Lavelle. Lavelle 0,6 стик. Кто любит вот эти холодные такие оттенки? Оттенок на самом деле шикарный. Хороший очень стик. Мне он прям нравится. Несмотря на то, что я не фанат вот кремовых текстур, но вот этот полюбила. Спонжиком разносишь потом, которым тональник наносишь или любым другим. Он хорошо распределяется, держится хорошо. Так, что еще? И будет у меня 3 блеска. Кстати, вот на такие темные помады очень хорошо наносить вот такой блеск. Я вчера делала макияж, у меня была какая-то коричневая помада. Я сверху нанесла вот этот золотой, как топер получился у меня. Это тоже блеск, отлавливаю уже блеск. Смотрите, какой он красивый, золотой. И получилось, во-первых, помада светлее, и как-то губы переливаются. Супер, в общем, выглядит. Давайте, не буду сейчас показывать, а то я не хочу мазать кисточку. Вот такой блеск от Rimmel, оттенок его, по-моему, 150. Да, 150 оттенок. В Magnet Cosmetic была какая-то там скидка. Я купила и очень довольна, что купила. Он такой классный, вкусный, вообще шикарный блеск. И мне даже очень понравилась его упаковка. Вот такой треугольничек перетекающий. Видите, супер сделано. Как-то, ну вот знаете, не то что прям люкс, но классный бюджет, который приятно держать в руках. Вот. И еще один блеск там же покупала в Magnet Cosmetic. Это уже будет Stellary. То же самое могу сказать. Шикарная упаковка, плотная, как будто бы стекло, похож вот как Maybelline блески вот эти. Смотрите, какая упаковка суперская. И сам блеск классный, тон 15. Вот. Тон 15. Тоже есть аромат, но не пойму, он на конфету, на ваниль ничего не похож, непонятно даже, чем пахнет. Так, ну что, это, можно сказать, все. Все, девочки, косметичка коротенькая, маленькая в этот раз получилась. Что еще я оставила с прошлого раза, не стала убирать. Это, помимо однушек вот этих айскрим, это еще двое румян. Вот этих вот, тоже айскрим, также в корзине они были. Я, честно говоря, забываю ими пользоваться. Вот этот оттенок называется 02 Peach, а еще есть 01 Nude. Вот специально не убираю из косметички и все как-то забываю. Так они вроде приятные. Приятные. Все, девочки, буду с вами на этом прощаться. В этот раз, наверное, самая короткая вышла косметичка, какая только была на моем канале. Но, может, в следующий раз, наоборот, будет какая-то подлиннее. Из-за чего она еще такая короткая? Потому что я хочу как следует попользоваться вот этой палеткой Sufix. А, как вы понимаете, она такая разносторонняя. Но ей можно действительно долго краситься. Плюс у меня вот эти, вот эта палетка тоже суперская. Поэтому, в принципе, краситься есть чем. Так что все. Вот, девочки, буду с вами прощаться. Спасибо вам за внимание, за ваши лайки, комментарии.
Вам, как всегда, хорошего дня, хорошей недели, хорошего настроения, будьте счастливы. И до новых встреч. Пока-пока.